деятели культуры высказали идею о запуске международного конкурса популярной песни «Интервидение». И по их замыслу он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности, готовы к взаимно уважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России. Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет, выберем, соответственно, представителей национальных жюри. Уверен, что песенный конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником для всех наших граждан.